Всем огромный привет! Вы на канале Анастасии Флешко, и сегодня мы будем с вами творить и креативить. Приготовим мужской праздничный букетик. Если вам это интересно, то продолжайте смотреть. А вообще, если бы мне такой букетик подарили, я бы тоже была бы рада такому подарку. Так что погнали готовить! В итоге у нас вот такие пока ингредиенты. Мы будем импровизировать, фантазировать. Понадобятся шпажки, бутылка водки, коньяка, либо пива, что хотите, берите, скотч, крафт-бумага, зелень, лук, петрушка, маринованный чеснок для красоты, сладости, не знаю, понадобится или нет, леденец вот такой, жвачка, сыр, вот такой вот сыр копченый, вот такой сыр, охотничьи колбаски, вот такая колбаса всякая разная, сыр косичкой. Ну, короче, будем импровизировать и смотрите, что у нас в итоге получится. Погнали готовить. Так, бутылку водки нужно обмотать скотчем и закрепить шпажками, чтобы она хорошо держалась. Вот таким образом. И еще понадобится лайм для красоты. О, а что, он красивенький? Угу. Ну да, протыкаем шпажкой сыр и колбаски. В итоге мы шпажки вот так вот повтыкали в сыр, в колбасу, в лайм. И теперь берем большую палочку колбасы и втыкаем сюда уже большие шпажки. Похож, это правда похоже на камыш. Вот, держится. Она, в принципе, сыр, да, на одном вполне нормально держится. Что-то это хорошо. Берем маленький теперь сыр вот такой вот и втыкаем на шпажки. На маленькие шпажки по несколько штук. Как будто бусины насаживаем. Бусины. Кипочковые. Чеснок тоже протыкаем шпажками. Вот так. Вот эту палку колбасы мы тоже решили разрезать вот так, наискосок красиво. Вот, отлично. Супер. Итак, мы подготовили упаковку. Вот так сложили из двух видов бумаги. Сейчас будем заворачивать букет. Так, скотчем оборачиваем шпажки. И колбасу втыкаем. Красиво получилось. Но мы решили, что лучше петрушку не брать. Она быстро заветривается. Ну вот и готов букетик. Получилось обалденно. Мне очень нравится. Круто? Если вам понравилось наше творчество, ставьте лайки, нам будет очень приятно. Подписывайтесь на мой канал Анастасия Флешко. И всем пока-пока. До скорых встреч!